Почти на 6,5 миллиона тенге цветного кабеля похитил рабочий дорожно-строительного предприятия в Карагандинской области. Это стало угрозой обесточивания энергоемких объектов производственной базы. В отдел полиции Ишетского района обратилось руководство предприятия, сообщает медиа-центр органов внутренних дел. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 27-летнего рабочего. Он дал признательные показания, что, воспользовавшись свободным доступом, вывез 110 метров силового кабеля с производственной базы. Злоумышленник надеялся обжечь изоляцию, а сердечник, состоящий из цветного металла, сдать в пункт приема металлолома. Полицейские изъяли вещественные доказательства и завели досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан.